дизайн Джона Коннора будет сложен. Молодого Арнольда в Гриффит-парке мы выдадим в самый последний момент. Сложно создать человека цифровым образом. Это усложняется, если персонаж Арнольд Шварценеггер. С самого начала мы проводили глубокий анализ. Весь наш процесс пришлось оценить и изменить, чтобы поднять планку. Сцена в обсерватории Гриффит-парка разделена на две части. Первая часть — воссоздание оригинальных сцен фильма «Прибытие молодого Арнольда». Мы представляем молодого Арнольда, который путешествует во времени. Тогда вторая половина и вторая часть — место, где идет отклонение сюжета. В этот момент юный Арнольд обнаруживает себя противопоставленным старому себе. Происходит противостояние между молодыми и старыми. Я тебя ждал. Сначала мы построили декорации в Новом Орлеане и начали съемки. Арнольд играет опекуна, но процесс омоложения превращает его в 50-летнего. Мы облазили весь мир, чтобы на основе бодибилдера по имени Брэд создать единственного человека на Земле, почти такого же крупного, как Арнольд во времена его мистерского титула. Вселенная. Все было отработано с дублером. Вы как-то разыграли это. В процессе мы почти полностью отменили тарелку. Мы почти сказали, ладно, объектив не совсем правильный, кадровка не совсем правильна. Решили перейти на полную компьютерную графику. Первый шаг — создать модель, которая подведет вас, где хотите быть. Потом попадаешь в область, когда все выглядит правильно, но это всего лишь отсвет за глазами. Это взаимодействие света с кожей, все те самые тончайшие детали, которые отличают живое от мертвого. Скульптура его скул выглядит лучше. Неподвижен, его лицо кажется чуть шире. Если убрать это, почувствуем что-то, как четкая черта скул, более четкая линия подбородка, что так свойственно Арнольду. Процесс рецензирования с клиентами начался с совместной работы с Яником. Мы проводили регулярные обзорные сессии с ним 2-3 раза в неделю, проходя процессы и шаги. С таким персонажем, как молодой Арнольд, это заняло почти все наше время с начала шоу, когда мы только начали работать над проектом, и до конца, когда мы непрерывно создавали и совершенствовали молодого Арнольда. Позже мы начали знакомиться с режиссерами, такими как Эллен Тейлор, Дэвид Эллисон и Дана Голдберг. Это был творческий, но очень трудоемкий процесс изучения и исследования Арнольда того времени. Хорошая ночь для прогулки, завтра день стирки. Ничего чистого, верно? Ничего чистого, верно.